Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие грядки. Ты Гримейл? Да. Стали очень плохо доходить письма. Вот, и у меня три ответа здесь. Так, да, это у меня первое письмо, это ответ, и кажется, вот это тоже ответ. Итак, это у нас было получено 5 апреля. Оп, потеряла. Это у нас было получено 7 апреля. А это у нас было получено 6 апреля. Вот, но вот эти два письма пришли в один день. Итак, это у нас письмо от моей очень хорошей знакомой, от Катюши. Она художник. Она просто потрясающе рисует. И когда я первый раз получила конверт, я сначала думала, от кого же это письмо? От кого? И мне безумно понравилась вот эта девушка на конверте. Она очень красивая, и мои любимые здесь оттенки синего. Вот, и здесь такой милый маленький скотч с велосипедами наклеен. Тоже так нравится мне. А также, когда я открыла внутри конверт, то я просто обалдела. Я не могла еще долго налюбоваться им и хранила его в дневнике. Или то, что здесь есть, теперь лежит у меня всегда в дневнике. То есть в самом моем дорогом и любимом, близком к сердцу, да. Вот. Первое, что здесь было, это вот такая классная наклейка с котиком черным, который рыбку кусает. И здесь было само письмо. Вот так вот потрясающе оформлено. Я сразу поняла, кто это пишет. Потому что только ты так рисуешь. И только у тебя так растекается акварель. Вот. И поэтому я сразу узнала, что это ты, Катюш. Вот. Такой классный рисунок ты прислала мне. Потрясающие здесь всякие переходы акварели. Классные. Но камера не передает всего. Здесь и сиреневый, и розоватый, и синий. Вот, и оттенки зеленого, переходящие в коричневый и серый. Очень-очень так красиво, туманно. Просто потрясающий такой пейзаж. Вот, и как такая вот открыточка, она тоже у меня хранится в дневнике. И следующее, я специально вот так вот держу. Вот, это лежит у меня в дневнике теперь. Сзади серебряная краска такая классная. И была наклеена вот эта закладочка, где ты написала: «Я знаю, что ты любишь читать и гусей». Та-да! Это я! Представляете? Это я! С гусиком здесь. Девочка такая классная. Это прям мое внутреннее я. И Катюша уже рисовала меня однажды в таком стиле, с маяком. И акварель лежала точно так же, и поэтому, я же говорю, я сразу узнала, что это она. Когда я увидела эту закладку, у меня просто, не знаю, не было слов, потому что это потрясающе, это невероятная красота, и такая девчушка классная, просто невероятно добрая, душевная, и такой гусёнок здесь. Ох, пока что, наверное, это самое лучшее, что я получала. Все такое скромное, оно такое душевное и сделанное своими руками. И этот рисунок, я не знаю, для меня это очень много значит, и поэтому у меня нету слов, чтобы как-то это прокомментировать. Просто огромное большое сердечное спасибо. И жди от меня ответ. Далее у нас было письмо из Челябинска от Анастасии. Я не знала, где его открыть. Я его здесь отрезала, оно никак не открывалось. Вот, и поэтому пришлось сверху его разрезать. Здесь у нас письмо. Кстати, конверт очень прикольный, разукрашенный акварелью. Такое классное.
Это, как я понимаю, антистресс раскраска, потому что здесь внутри даже идет какая-то надпись, название, автор. Вот. И я почитала такое письмо. Вот, оно очень интересное. И я очень-очень ждала от тебя ответ. Наконец-таки я смогу написать тебе тоже ответ. Вот. И это та самая девочка, которая прислала мне аромапалочку. Вот. И я сразу узнала твой почерк. Вот. И я очень рада, что я наконец-таки получила твой ответ. И здесь вот такой вот классный конвертик, который я, кстати, еще не смотрела и не знаю, что здесь. Смотрите, из мультики. Затем такая вот картина морская, наклеечка с тортиком, кексик в виде домика, кексик просто с глазурью. Ух ты, обалдеть, вишневый джем. Очень классный. И кажется, все. А нет, здесь есть еще что-то. Оно никак не хочет выходить. Вот. Потрясающе. Вот такие вот обалденные распечатки, вырезки. Честно, боюсь ошибиться. Я всегда слаба в названиях и в авторах, но кажется, Моне, нет? Наверное, нет. Я, наверное, ошибаюсь. Потом скажут мне, что это Ван Гог. Кстати, похоже немножко на именно его почерк. Так что жди от меня ответ. Вот, я в скором времени его напишу. Затем идет вот это письмо. Очень классный конверт. И я люблю эту надпись. Yes, you can. Очень классно оформлен адрес. Это у нас из Калмыкии. Кстати, нет обратного адреса. Вот. Ну, вроде бы это ответ на мое письмо. Ух ты! Тут у нас... Ой! Что сыпется? Что-то помялось. Это, ух ты, потрясающая бумага такая вот. Классная. С блестками. Очень классная. Куда-нибудь придумаю, где ее можно использовать. Вот письмо. Так, это ответ. Я уже вижу, что это ответ. Просто как-нибудь передать обратный адрес. Потому что у вас у меня очень-очень много. Итак, все, я теперь узнала, от кого ответ, потому что только у тебя такое имя красивое и уникальное, да, Айса. Так что привет тебе, спасибо за ответ. Я найду конверт твой предыдущий и оттуда тогда перепишу адрес. Такие вот обалденные пайетки, голубенькие, перламутровые, так переливаются классно. Вот такой вот чай. Азер-чай байховый с ароматом бергамота. Высший сорт. Кстати, не пробовала такое. Обязательно попробую. И здесь идут вот такие вот классные кусы. Не знаю, что это. Наклейки, наверное. Похоже на наклейки. Нет, это фотобумага. Да, так что такая вот девчонка здесь на мотоцикле. Затем бирка самолетная. Сальвадор Дали. И вот такой вот единорог. Очень классный тоже. Кстати, ты тут пишешь по поводу того, что прикольные марки, необычные на моих конвертах. Я, правда, не знаю, какие марки клеят на мои конверты, потому что просто оплачиваешь, отдаешь, и все, они тебе там сами клеят, какие у них есть марки. Вот, но, насколько я знаю, они всегда обычно бывают такими, ну, самыми стандартными марками. С городами России, как ты говоришь. Ну вот на твоем, например, конверте тоже с городами России. Вот. И на других конвертах тоже. Вот. И то, что у вас стандартные открытки с городами России. Да, у нас они тоже все стандартные. Поэтому я просто беру и заказываю через интернет.
все открытки, либо печатаю сама в типографии, если нету той, которая мне нужна. Вот. Либо уже на крайний случай сама рисую. Поэтому понимаю, о чем ты говоришь. Вот, но по поводу марок ты меня прям удивила. Да. Вот, так что жди мой ответ. Все ждите мои ответы. Всех люблю, целую, обнимаю. Вот, и до новых встреч. Пока-пока.